Добрый вечер. На 12-м канале «Час новостей» в студии Сергей Лесков в этом выпуске. Премия на миллион. Это, безусловно, неправильно, тем более в условиях дефицитного бюджета. Депутаты горсовета после скандала в городской администрации сократили надбавки мэру Омска и его заместителям. Из Англии с любовью предприниматель, родившийся в Муромцево, а теперь живущий в Лондоне, строит на малой родине школу. Он мне тогда сказал, говорит, ты готов быть прорабом у меня? Я говорю, готов. В прорабы на стройку вызвался губернатор. Живите как хотите. Слова словами, а факт остается фактом. То есть на данный момент ничего не ясно, и дом не строится, и это видно как бы для всех. На обманутых дольщиков наконец обратили внимание. В Госдуме обсуждают законопроект, который позволит решить квартирный вопрос, что предлагают депутаты. Угасла надежда. В Омске продолжаются страсти по Бабкиной. Омичи не хотят День города, концерта известной певицы. Почему и за кого голосует народ? Железный постовой. В 57-м году прошлого века именно на этом светофорном объекте были поставлены первые светофоры в городе. В Омске отмечают юбилей первого автоматического регулировщика движения. И полный контакт. «Авангард» активно готовится к следующему сезону. Команда провела первую открытую тренировку. Остались без премии. Чиновники мэрии больше не смогут выписывать себе огромные надбавки. Лазейку в бюджете прикроют депутаты Омского городского совета. Напомню, прокуратура города обнаружила, что Двораковский и его команда за хорошую работу получали многомиллионные премии. Как уже сообщали омские СМИ, надзорное ведомство настаивает на том, чтобы чиновники вернули деньги в бюджет. В противном случае могут быть заведены уголовные дела. Огласка материалов прокуратуры вызвала резонанс в обществе. Нешуточные баталии кипели сегодня на заседании Комитета по финансово-бюджетным вопросам Горсовета. Как депутаты планируют умерить аппетит омских чиновников, узнавал Денис Жарков. Депутаты Красноярского законодательного собрания увеличили себе зарплаты в два раза. Ребята, похлопайте, пожалуйста, за кадром. Вы молодцы. Вы молодцы, законодательное собрание. Вы этого полностью заслужили. Это здорово. Вы идете правильными шагами. Это видео взорвало интернет. А вопросом законности повышения зарплат депутатов и руководителей администрации Красноярского края уже заинтересовалась прокуратура. А тем временем нечто подобное произошло и в Омске. Поаплодировать можно чиновникам мэрии. В городской совет внесено представление прокурора. Проверка показала, вот уже несколько лет градоначальник, его замы и руководство департаментов получают премии, которые по размерам практически равны их зарплате. Причем иногда дважды в месяц, за особую важность и сложность заданий. Сегодня это центральная тема заседания Комитета по финансово-бюджетным вопросам. Прокуратура внесла представление, в котором указывала, что премии составляют 100% в отношении некоторых должностных лиц. Комитетом сейчас был внесен в порядке правотворческой инициативы проект, в соответствии с которым установлены ограничения по выплатам премий за особо важные и сложные задания в размере 50%. Проект вызвал оживленные споры у депутатов. Звучали даже более жесткие предложения: урезать премию до 30%, указать, что именно является важными и сложными заданиями. Было и такое мнение: у мэра премии быть не должно. Не бывает у мэра более особого и важного задания, чем быть мэром и руководить миллионным городом. Это ответственно, почетно, и поэтому правильнее было бы, конечно же, при избрании мэра сразу определять ему размер вознаграждения. Он должен быть публичный, понятный, и человек, приходя на эту должность, должен заранее знать, какой у него будет размер его вознаграждения. Все же комитет рекомендовал проект к рассмотрению. В результате премии не только урезали вдвое, выплачивать их можно будет только раз в квартал, при этом самые жесткие ограничения затронут мэра. Вопрос о премировании градоначальника, если сумма превысит 50% от содержания, будут утверждать депутаты. Народные избранники рассмотрят документ на пленарном заседании 19 июля. Денис Жарков, Александр Козлов, 12 канал. Муромцево завели первую сваю в основании школы, которую построят на частные деньги. Это будет первое, пока единственное в регионе образовательное учреждение, возведенное за счет меценатов. Внушительную сумму пожертвовал бизнесмен Борис Коваленко. Он родился и вырос здесь, несмотря на то, что уже давно живет в Лондоне, про свою малую родину не забывает.
На его средства построена библиотека, пансионат для ветеранов, мемориальный памятник, посвященный Великой Отечественной войне, лучшей области Центр развития ребенка с детским садом. В торжественной церемонии губернатор Виктор Назаров поблагодарил Бориса Коваленко, пообещал всестороннюю поддержку и даже заявил о смене профессии из политиков в прорабы. Чем так особенно будущая школа и какие еще объекты глава региона посетил в Муромцево? Об этом Елена Смирнова. Место паломничества муромчан – стройплощадка. Здесь без преувеличения вершится история. Забивают первые сваи – фундамент новой школы. Такой школы не то что в Омске, в России нет. Проект здания уникален. Автор – народный архитектор России Владилен Красильников. Тот самый, который спроектировал, к примеру, здание цирка на Цветном бульваре в Москве, оперный театр на площади Бастилии в Париже, а сейчас занят строительством Российского культурного центра. Новая школа рассчитана на 264 ребенка. В распоряжении школьников не только просторные учебные классы, но также тренажерные хореографические залы, бассейн, учебный тир, современный информационный центр. Цена вопроса. Почти 200 миллионов рублей. Заплатит их, и это тоже впервые, лондонский бизнесмен. Впрочем, в Муромцево Борис Коваленко не гость. Родился и вырос в Петропавловке. И даже основав успешную инвесткомпанию, перебравшись в Туманный Альбион, продолжает благоустраивать родной поселок. Школа, откровенно говоря, это моя мечта. Я уже говорил в речи своей. Это мечта моей юности, это моя судьба. Вернее, мечтая в то время, когда я сам учился в школе. И мне, конечно, хотелось учиться в хорошей, нормальной школе, такие как городские школы в то время были, с бассейнами, с хорошим спортивным залом, с хорошими, чистыми и просторными детскими классами. Для юных муромчан эта мечта должна стать реальностью уже в следующем году. Окончание стройки века намечено на август 2018-го. Сомнений, что строители успеют, нет, ведь прорабы вызвался губернатор. Я просто вспоминаю первую встречу, когда мы встретились с Борисом Ивановичем, он мне тогда сказал, говорит, ты готов быть прорабом у меня? Я говорю, готов. Что надо строить? Он говорит, школу будем строить. Я говорю, значит, буду прорабом. И вот моя мечта быть прорабом сегодня сбылась. Мы сегодня забьем первую сваю на том объекте, где я буду продолжать работать прорабом. Смех смехом, но контроль областного правительства за возведением будет серьезным. Кроме того, за счет региональной казны проложат коммуникации для воды и теплоснабжения новой школы. А еще из областного бюджета направят значительные суммы – 200 миллионов рублей на обновление трассы Омск-Муромцево. Работы идут с опережением графика. Мы уже второй год вкладываем в Муромцевский район более 200 миллионов рублей. И то, что я говорил и обещал жителям Муромцевского района, это сделать трассу до самого районного поселка и дальше развивать этот район, потому что мы вкладываем сюда очень большое значение как развитие туристического кластера. Так что скоро приезжать в район станет куда комфортнее. Созерцать пейзажи, постигать тайну пяти озер или гулять по знаменитой Муромцевской ривьере. Фестиваль с насыщенной программой как раз в эти дни проходит в районе. Причин предостаточно уже сейчас. Елена Смирнова, Дмитрий Храмцов, 12 канал. Безопасность омских автомагистралей проверил главный спасатель региона. Владимир Корбут сегодня следил за ходом ремонта дороги на Красноярском тракте. Совместный рейд со специалистами областного Минстроя прошел в рамках проекта «Единая Россия. Безопасные дороги». Сегодня в поле зрения проверяющих участок Красноярского тракта от спуска с виадука до границы города Омска. Люди жаловались, что дорога здесь была неровной, практически разрушенной. Чтобы сделать покрытие однородным, ровным и устойчивым, решили применить технологию, которую добавляют в основание дороги цемент. После укладывают два новых слоя асфальтобетона. Все замечания и недочеты, выявленные в ходе таких проверок, подрядчик исправил за свои деньги. На сегодняшний момент все замечания устранены. То есть основания полностью готовы для укладки асфальтобетонного покрытия. И вот на сегодняшний день у нас уже порядка 55% нижнего слоя асфальтобетонного покрытия уложено. И сейчас вот сегодня уже положено 1,5 километра одной полосой верхнего слоя покрытия. То есть все работы должны быть завершены до 27 июля. Также журналисты, воспользовавшись моментом, спросили у Владимира Корбута, готов ли он оставить пост в МЧС и в случае победы единороссов на выборах возглавить городской совет. Напомню, главный омский спасатель – первый номер в партийном списке. И вот что Владимир Корбут ответил. Я практически всю свою сознательную жизнь посвятил защите людей,
именно и первоначально как военнослужащий от внешней угрозы, а сейчас я спасатель города и области. Поэтому, естественно, я выбираю наиболее сложные участки, где может пригодиться мой опыт и знания. Если Владимир Корбут все-таки покинет пост, его должность будет замещать первый заместитель Андрей Андреев. За проблему обманутых дольщиков всерьез взялись на федеральном уровне. В Госдуме обсуждается создание так называемого компенсационного фонда. Предполагается, что он будет выполнять роль страховщика и выплачивать деньги тем, кто вложился в долевое строительство, но в итоге остался ни с чем. На проблему внимание обратили неспроста. Только в Омске ежегодно в числе обманутых дольщиков оказываются сотни человек. Так буквально на днях разгорелся новый скандал. Долгострой по улице 70 лет Октября, который планировали сдать еще в 2014-м, окончательно заморозили, а сам застройщик пропал. Можно ли помочь людям и когда примут закон о защите прав дольщиков, разбирался Никит Смирнов. На кадрах любительской съемки разворачивается почти киношная драма. Дольщики пытаются прорваться к своему незавершенному дому. Люди забеспокоились, увидев, как неизвестные вывозят технику и стройматериалы с площадки. Да это будет Москва достраивать. Что они передали эту стройку москвичам? Что вокруг говорит? Мне ничего не надо. Мне говорит стройка. Вот, они взаимно зачетом. А москвичам кому передали? Ну это у них, знаете, сейчас спрашивают. Спросите у вас за телефон. Вот я сейчас звоню.